Это наш, чё? Нет? Аэропорт Донецк сейчас полностью блокирован силами ополчения. Пути снабжения перерезаны. Им не доставляют ни продукты питания, ни боеприпасы. Сейчас там формируется колонна для прорыва. То, что они находятся в двойном кольце, а выйти им нет шансов абсолютно. Единственный шанс остаться в живых, я уже об этом говорил не единожды, это сдаться. Но они не считают, я так понимаю, это предложение возможным для них. По всей видимости, на данный момент сейчас по ним наносится удар. Я думаю, вы слышали несколько минут назад. По ним работает наш спецназ, работают практически все группы, которые там сосредоточены, в том числе и артиллерия. То есть идет огневое поражение. Они заблокировались в старом терминале. То есть у них практически нет шансов на то, что они останутся живыми.